Всем добрый суток. Не-не-не. Да. Тихо. Будь тихо. Тихо. К мамке. К мамке. Все. Вот такие щенки, кабанчики. Да, да, ты мое солнце, солнышко мое. Да. Ползите, кормитесь. Да, да. Что, наелся уже кабанчик? Это кобелек, походу. Суки чуть помельче, но это понятно. Да, не снимаю этот... Да, да. Все хорошо под хвостом. Брык упали. Не снимаю, не хочу, чтобы сглаживали люди, потому что людей много. Немножко стало осторожнее и все остальное, поэтому уж извините. Ну, в телеграм-канале можете зайти, посмотреть какие-то определенные моменты и все остальное. Вот, сейчас я их отнесу, конечно, потом. Кверху. Светлеют, конечно. Глаза открыли они уже. Вот. Ну, про Соболя можете писать, я вам ничего не запрещаю. То есть, ну, что вы видите, там, какие-то определенные моменты. Ну, Соболя здесь нет. Есть только вот, может быть, вот кончик хвоста, допустим, да, вот. 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 Есть как Танька. Вот. Танюха два уха. Вот. Есть какие-то уголочки. Да, нализывает. Сейчас, конечно, мы пойдем. Я коробку уже он поставил. Не знаю, оставлять, не оставлять. Даже не знаю. Хочется, конечно, и колется. Вот. Сейчас пока как на ноги вставать сейчас. Поддержки толком нет ни от кого. А так... Вы только не подумайте, я ничего не клянчу, ничего не прошу. Мне это не надо. Это он сейчас на Весту сейчас будет вылизывать. Да, да. Так, кто отползет, кто отползет. Такой детский сад интересный на самом деле. Ну вот, я с ним нанянчиться не могу. Сейчас заведу Каюра. Нет, это и Герду. Каюру сниму швы. Вот. Ну все. У Каюра там свадьба, любовь, морковь, кому интересно. У них там секс. Так что мешать им лучше не надо. Тут пока детский сад. Но детский сад вроде проходит нормально. Все, наели, все. Чего ты ищешь? Чего ты ищешь? У меня точно сиськи нет. Ко мне не ходи. У меня нету, я не дам тебе молока. Ой, все, уснул? Это хорошо, что ты уснул. А Веста кверх копытами. Вестуха, два уха. Все. Вот, откорячивает. Да. Те два уползли. Я им бордюр такой поставил здесь, чтобы они это... Так. Фигубки. О, зевота. У нас проточена, вы знаете, она вот, видите, проточена. Все остальное, вот хан. Вот хан. Вот родственники. Москва. Москва играет здесь. Москва. Ну, не угадаешь никогда генетику, не угадаешь по щенкам. И вот, вот, допустим, это Ада. Вот я вижу Аду. Один сейчас уполз. Ой, килька в томате.
Ну, подтягивается. Они только глаза открыли. Вот. А эту вот я себе вот присмотрел, не знаю. Да, Ханечка. Не вот хан. Вот лайма, вот соболь. Вот и сравнивайте. Вот и смотрите, где, чего, куда. Ну, не угадать, нет. Ну, копий нет, никаких, вообще ничего нет, ни близкого, ни к белку, ни... Давай только не будем. Ни к соболю, ни к кнуту. Ни к кнуту. Все, чуть-чуть назад. Задний ход, чуть-чуть, давай. Давай, ползи там где-нибудь, заковыряйся. Да. Нагадил? Подлежи. А, Веста проснулась. Ага, наелась. Ну, назвал так вот Веста, не знаю, вот прилетела, не знаю. Ну, значит, тут немножко подумали по кличкам. Варнак там. Верного не хочу, вот, ей-богу. Вот на В. Ты ко мне ползешь? Эй, глаза. Ты мое счастье. А? Да, такая. Да. Ну, на букву В, ну, Вега, Веста, Варнак и... Что мы там выписывали-то еще? Ой. Так. Сука. МРТ, Вернадску. Так. Выписывали, положили. Так, выписывали, положили. Это, ну... Ну, то есть, Веста вот она, которую я себе приглядываю. Но нос ей почернеет у нее нос. Она будет темный. И сейчас она... Они все меняются. Они были совсем темненькие. Отдыхай. Мамаша. Так что вот такие дела. Не знаю. Все, да, глазки открыли такие. Да? А, зевот у тебя. Зевот. Да, болит там пальчик. Да. Мачете маханул. Да, все. Она рычит, их воспитывает. Вот. Так что вот. Ладно, ролик про щенков. Поэтому Молодоженов покажу чуть попозже. У них сейчас пиковый день. Идут, они живут вместе. У Каюра в вольере. О, моя ползет. Ну, как моя? Если надумаю. Все, уснула. Так, уснула. Так, этот куда? Ты куда на полусогнутых? А я с ними вот ковыряюсь какой день. Не отхожу от них вообще с ними. Ну да, одеяло, конечно, немножко, конечно, подпортили. Я это сейчас их отправлю. Вольер коробку приготовил. Я их сейчас в вольер. А я все застираю. Но мне не трудно. Вот. Все. Хотя она подлизывает, убирается. Конечно, сука, молодец. На белкуне. Да. Отвесточка. Она яркая, серая. А, знаете, будет такая светло-серая. Такая будет, ух. Вот, спряталась. Спрятал. Ну, пусть лежит. Не? Чего? Мамка здесь. Все. Ник копать пытается. Вот иногда будет. Копает, заковыряться. Да. Сбодрить, чтобы попышнее было, да? О, легла. Ой, а вздох ты какой. О.
Да. Кстати, приезжал до этого, девушка, женщина, привезла такой корм. Немножко все поели чуть-чуть, как вкусняшка. Не какой-то основе там, на постоянной, а, да, она увидит, она поймет. Да, все, опять спряталась. Блин, у нее прям как у Хана. Ну? Чего, все? Чудные ваши чукотские юноши. Все нормально. Уложить, видите, я вам не просто так бордюр уложил. Опыт есть опыт. Да. На выход все хотят. Куда-то надо идти и все остальное. Сейчас дождусь, когда они поспят. Положу их всех в коробку. В эту. И отнесу вольер. И занесу двух героев. Да. По поводу соломы и всего остального нет. Ни в коем случае. По поводу, чтобы люди дураками не были по поводу там подстилку какую-то, еще что-то. Нет, глаза только открылись. Не дай бог соломина какая-то в глаз воткнет, чтобы вы понимали. Грамотные люди меня поймут. То есть ни в коем случае не должно ничего быть. А пусть они вот лежат. Все, дело шевелится. И не переживайте, и утирайте те.